Всем привет, с вами снова Женек. Мы продолжаем проходить за Evil Within. У нас седьмая серия. И сейчас мы будем делать то, что не смогли в конце предыдущей серии. А точнее спасать вот эту тёлку. Joseph, are you all right? Yeah, I'm fine. I think you better get down here. Hold on, I'm coming. Shit, let's hurry up! Ебать. I'm in bad shape. I need help. How many of these things are there? Да. Так, готов, нахуй. Joseph, are you all right?
Yeah, I'm fine. I think you'd better get down here. Hold on, I'm coming. I can't handle them on my own. Так, ну контрольной точки мы добились, так что ох. Ебать. Сейчас ты заебал там орать-то, блядь. Где ты там, блядь? А, вон он. Блядь. Опа-на.
еще идут. Лежи, сука. Тварь, блядь. О! Ой. Здравствуйте. Да как ты прошла, блядь? Бля, опять патронов нету, а? Нихуя себе, могло быть хуже. Подожди, а чё он, блядь, не может открыть? Мне надо открывать. I can't get the thing open. I think there's another control panel around here. We're running out of time. Where do these cables go? I'll go. Tell me what to do. А вот теперь, блядь. Ебать. Kidman's in trouble. Kidman's in trouble. Это я уже понял. Look at the control panel. It's got the same kind of dials, right? Yeah, a top one and a bottom one. Set the upper dial to 22 and the lower dial to 5. On top and 5 on the bottom. Фух. Are you all right? Ah!
Ну охуеть теперь. Hang on, I'm coming. Так. Чё за пиздец? Что за хуйня? Где вы, пацаны, блин? Так. Надо сделать. Ой. Куда вы делись, блядь? Я иду. Не, ну чё хорошего на самом деле. Здесь, я думаю, мы, блядь, не найдем, естественно. В этой игре вообще мало чего хорошего можно отыскать. Ну, блядь. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. На, тварь, блядь, сука. Чуваки, ну блядь. Заебали нахуй стрелять уже в них. О. Нормально, 4 патрончика. 10-3. Открывай, ёпт. Что ты, блядь, делаешь? Не, ну понятное дело, хули. Если бы не я, все бы сдохли. Будем что делать-то или что? Себастьян, может, мы можем поднять это достаточно, чтобы Кидман пошел внутрь и открыть это с другой стороны? Мы рассчитываем на тебя. All right. Давай, тварь. Только попробуй не открыть, блядь. Let's get going. Куда? Куда идем, блядь? We should go.
Ну, теперь можно гнать. Так, ну, бля. I'm glad you're both all right. It's odd, though. Why would they catch you instead of just killing you? Maybe he didn't see me as a threat. He... Опять этот ультразвук, блядь. Я один опять, блядь. И опять эта дверь. Так. Здравствуйте. Приглашение на свадьбе. Не на свадьбу. Детектив Себастьян Касталанос и детектив Майра Хэнсон счастливы пригласить вас на торжество по случаю их свадьбы в субботу, 17 сентября 2005 года в полдень. Отель «Веранда», Кримсон Сити, после церемонии «Фуршет». Ай. Так, отлично, сохранялка. Ну, давай. Как раз чем-то лучше. Так, что такое? Чего ты? Нормально все, ёпта. Или что, уже ненормально? Так, ключей у меня нету. Тихо. Да что с тобой, блядь? Так, улучшаем. Все, и сохраняемся. Что-то с ним явно не все в порядке. Надо увеличить шприц. Хилку шприца. Шприцов на сколько? Два, да? Отлично. Ага, сохраниться мы не можем. Почему? Что опять, блядь? Что случилось? Не бегает он. Почему мы не можем сохраниться? В принципе... А, ну вон, на? Не понял. So many new admissions.
And not a single discharge. Let go of me! Let go of me! Все? А, это этот, как его? Ой, господи. Понятно. Лесли, блядь. Так, ладно, сохраняемся. И на этом все. Седьмая серия закончена. С вами был Женек. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам нравится это прохождение. Всего доброго, до встречи.